Вам сюда. Кажется, мы не зажигали камин с тех пор, как вы, Шоны, открывали подарки. В доме без детей вечно звучат их голоса. Какая ты... Неужто 14 лет прошло? Привет. Я принесу что-нибудь выпить. А может, и проголодалась? Нет, я пришла сюда по рабочему вопросу. Знаю. Ты эпидемиолог, доктор медицины, специалист по инфекциям, умница. Когда мы тебя приняли, еще 8-летний, я знал, что ты далеко пойдешь. Эвери... Нет, нет, послушай, прежде любых дел... Прошу, присядь, Эбби. Прошу тебя. Нужно поговорить. Ладно. Я должен извиниться. Я не винил тебя за смерть Шоны так сильно, как Мария, но не сказал об этом. Мне страшно стыдно, что я не вступился. На тебя обрушилось столько ненависти, и мне понятно, почему ты выбрала бегство. Я понимала ее ярость. Она едва держалась. Я был не в силах ругать ее, пока боль была свежа, но я много лет думал, Эбби. Тебе было всего 18. Стоило защитить тебя. Если бы защитил, то не потерял бы вторую дочь. Как сейчас, Мария? Мы справимся. Все из-за меня. Мой приезд расстроил ее нервы. Но... Прости. Расскажи, чем я могу помочь твоей службе? Что ж, ты нанял ученого Алика Холланда. Боже, да, Алика. Шериф все рассказала мне утром. Такой ужас, до сих пор не верю. Я верю, что его исследования помогут излечить болезнь. И мне нужно в его лабораторию. Ясно. Ты пришла ко мне, потому что Люсилия ее опечатала. Да. Но один звонок, и печать снимут. В лаборатории полно, как говорят юристы, конфиденциальной информации. Понимаю, но на кону жизни людей. Да. Если б я верил, что там что-нибудь может тебе помочь, я бы и сам принес тебе ключи. Но я состояние вложил в те исследования. И если открою дверь, ее будет уже не запереть, результаты развеются. Я могу получить ордер, если придется. Но к тому моменту вся конфиденциальная информация исчезнет. Возможно. Но важно здесь другое. Что бы ни случилось, я люблю тебя. Ты всегда дорогой гость в этом доме.